Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вас приветствует канал Лига Music Wars. Сегодня у нас будет небольшой конкурс. Конкурс будет, ребята, только для одноклассников. Если вы играете в нашу любимую игрушку через Facebook, или играете через ВКонтакте, или играете прямо прямиком на сайте через Mail регистрацию, извините, ребята, я могу вам предложить заработать по 20, как их там называют, океев, по-моему, или как их там зовут. Вот. Но только для себя. На какие-нибудь фотографии, на какие-нибудь статусы, какие-нибудь прикольненькие бонусы. Ну, если хотите. А сейчас обращаюсь, ребята, всем любителям игры Музвар, играющим в Одноклассниках. Знаете, есть такой сайт, очень интересный сайтик. Вот, мы на него перейдем. Может, кто-то слышал о нем. Деньги для игр бесплатно. Я первый раз о нем услышал в 2014 году, когда начал играть еще в танки. Вот, я на нем зарегистрировался. И из-за него, кстати, я пришел вот в эту игрушку. Здесь простая регистрация, но я обычно захожу через свой любимый контакт. То есть зашел, именно смотрю, вот на вашем счету 2160, это я накопил. И вот вы знаете, я вот прямо жду, не дождусь. Вот все, говорит, мне считают донат, донат, донат. Но видите, вот такой вот, вот смотрите. Сейчас я вам покажу вот последний, вот смотрите, все выводы мои. Давайте возьмем. Вот смотрите. Music Wars, учетная запись, 720, 24 рубина, 100 рубинов, 100 рубинов, 1 рубин, 1, 1, 20, 20 рубинов, 10 рубинов, 1, 10 и так далее. Ну, можно посмотреть. Комментировать не буду, конечно. Это, говорит, я не донат. Ну, вот отсюда я вывожу. Но я геймер уже со стажем. Вы знаете, когда первый раз я зарегистрировался... О, ошибка, на сервер временно недоступен. Это первые ошибки были. Вот. Первый раз, когда зарегистрировался, знаете, было очень много заданий. Сейчас заданий осталось уже мало. То есть вот это вот вообще не могу пройти. Уже давно играю, я не представляю, как в нем набрать столько много. А такие мелочи, как опросы, подписаться в группы, просмотреть видео на YouTube и так далее, я выполняю вообще без проблем. Вот, думаю, сейчас скоро вот опросы для сладкоежек там всяких сделаю. Пусть будут тоже у меня. Лишними не будут, так сказать. Вот. И в чем заключается сам конкурс? Ребята, вы оставляете в комментариях свои логины на Одноклассники. То есть, под кем вы заходите. То есть, и по этим любимым логинам я буду выводить денежки к вам. Сделается это очень просто. Нажимаем «Потратить», выбираем... Где у нас тут? Вот по букве О Одноклассники. Вот видите, от 100 кредитов. От 100 кредитов. То есть логин для оплаты. Ну, введем там Василий. Да, там какой-нибудь Вася. Вася собакалист.ру. Типа вот такое количество валюты. Вот по 20. Вот телефончик. Это телефончик мой, на нему не звонить, сразу говорю. Он у меня все время отключен. Я его держу только специально для вывода. Нажимаем продолжить. Ну. Ну. Вот пришла моя смс-очка. Если я смс-очку сюда введу, то Вася с листру получит у нас 20 окей. Ну, 20 окей, как вы понимаете, это 6 рубинов. Ну, 6 рубинов это, что там получается, 3 маленьких подарка. Да, насколько я понял. Ну, можно их оставить на что-нибудь другое. Допустим, открыть слот.
Вот. Открыть не сам основной слот, но в складе можно дополнительный слот открыть. Он, по-моему, как раз седьмой стоит как раз 6 рубинов. И к тому же все равно на халяву. И от вас сильно много не требуется. Итак, давайте еще раз по условиям конкурса. Ребята, получается, итоги я буду подводить ровно через 2 недели. Буду выбирать рандомом. То есть, соответственно, 29, да, получается, да, 29 марта я буду подводить итоги, выставлю видео, и кому-то из счастливчикам, точнее, двум счастливчикам я переведу по 20 окей, потому что не могу я вывести в свою любимую игру. Я бы оттуда, ребят, подарки вам с удовольствием также подарил. Но не получается. Ссылки все на подпись в группе я вам оставлю. Задание я тоже оставлю в описании. А пока, ребята, счастливо. Играйте в нашу любимую игру.